Мы готовы получать эстетическое наслаждение. Татьяна Навка и Алексей Воробьев танцуют под песню Рианны «Unfaithful» – «Неверный». Таким женщинам, как Татьяна Навка, не изменяют. Это нужно уж совсем ничего не соображать, чтобы променять ее на кого-то другую. Она королева. Честно говоря, понятно, что эта пара, чем бы она ни занималась, на льду или на танцполе, они всегда будут лидеры. Да, я с вами полностью согласна. Татьяна действительно королева, и это действительно пара лидеров, на мой взгляд. И я бы хотела сказать, что был танец, был дуэт. И ни одного пустого места, все было заполнено, потрясающе. Стиль, вкус этой пары просто определяет все. И, конечно же, эта находка с водой очень было интересно. На одном дыхании прошел номер. Мне хотелось, чтобы он не заканчивался. Я их поздравляю, это очередная победа, наверное.